Приветище! Это зомби Acer, и мы продолжаем. В прошлой серии мы выбрались из туннеля, но я случайным образом забыл там робопса. И теперь он к нам возвращается, наш блудный сыночек. Ну как блудный, потерянный. Я его сейчас отключаю. Забираю, нужны пустые руки, мы это выяснили. Нет, не так. Подобрать. Все. Пошли, мой хорошенький, верно служишь мне, молодчик какой. Правда, огнеопасный, я бы даже сказал, не огненный, а взрывной. С канистрой все-таки бегает и с огнем. Будешь лежать у меня вот здесь вот, окей? На коврик его положу, он заслужил, он молочек. Несмотря на то, что меня один раз умудрился убить, все-таки. А мы едем дальше. Тормоз отпускаем, фонарь врубаем. Погудим в ночи густой. Че по времени у нас? О, спать пора, я еще и жрать хочу. Ну, вообще капец. Сейчас на боковушечку сперва. Нет, не надо ничего открывать, спать хочу. Как поспать-то? Давай поспим, подобрать подушку. Я теперь нормально на кровати не могу спать. Я либо ее могу открыть, либо подушки подобрать. Это плохо. Придется новую кроватку. А, так а что, подожди. Я же могу ковер расстелить? Где у меня коврик? Вот тут вот. Вот, и на нем посплю. Спать. 12 часов. Ой, блин, 12 часов, это же я в час дня проснусь. Что-то я борщинул. А, жрать хочу, вены проступают. Сейчас лопнет у меня все. Я где-то что-то брал же. Давай водички начали попьем. Где мы вообще едем? Может, я уже что-то проехал? Вроде бы нет. Все, ок. Это грязная вода. Че и жачки его консервы? С рыбкой. Где-то же самолет должен быть. Мы проехали его или еще нет? Не знать, не понимать моя. Я вроде бы поел, по времени у нас час дня, как я и предполагал. Все рассчитано, просчитано. Пойду пластинки уберу. У меня пластиночки от граммофона вот тут вот хранятся. Вот так вот. Пойду посмотрю, что я там могу сделать, но сперва надо свет от фонарика отключить. Отключить, говорю. И вот тут тоже выключить фонарь. Стопэ. Это булыжник большой или... Да, это вроде бы камень. Там ничего за ним нету интересного? Вроде нет. А тут? И тут вроде бы тоже. О, мост! Подъезжаю к мосту. У нас максимальная скорость. Что-то мы как-то медленно едем. Хочу побольше. Это реверс? Нет, нам нужна скорость. Скорость максимальная. Было бы здорово, что ты едешь по мосту, и его подрывают бандиты. А с другой стороны, плохо, потому что я бы пришлось тогда поезд восстанавливать. Да. Тут в этой игре это было бы нелогично. Я бы запарился в зомби-апокалипсисе восстанавливать поезд. Еще его же на рельс надо как поставить. Какое красивое место, речку проезжаем. И мост. Обожаю на поездах проезжать мосты. В зомбаре никого нету, тишина, спокойствие, релакс. Пойду, короче, посмотрю наш плотский стол. Стол плотника. Что я тут еще могу построить? Двухъярусную кровать. Вот. Было бы неплохо. Потому что моя кровать все. У нас тут есть древесина. Вот это. И ткань нужна. Двухъярусная. Так, стоп. А почему у меня ткани так мало взялось? Надо, наверное, что-нибудь скинуть. Например, гранаты. Ткань, ткань, ткань. Хочу кроватку, да не простую, а высокую. Металл не взялся, блин. Из-за гранат все. Гранаты тяжелые, металл... Ага. Так, мне надо разделить все вот это дело. Двадцаточку. Отдали и металл взяли. Все хорошо. Обалденный пейзажик. Просто грязь отдали, бада. Самолета все не вижу. Может, самолет дальше? Не помню уже, блин, капец. Давно играл, старый совсем стал. Вот это создать. Я бы хотел вдохнуть вот этот аромат пейзажной, цветочно-водянистой картины. Ну да, вот, ну, жалко, ароматы не передаются. Кроватка. А, стой, 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 нет, 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 какая бита? Нет, остановить, нет, ноль, ноль.
А, это не бита делалось. Слава богу. Я уж паниковать начал. Ок. Кровать, значит, у нас будет на втором ярусе. На свежем воздухе. Тут, правда, ставить уже некуда, но вот так вот. Точно, у меня что-то еще новогоднее настроение. Надо это все дело потом прибрать. Освободить место. Или уж забить на это. Что-то мы как-то очень далеко и долго едем. Я точно ничего не пропустил? Где там моя молоточка манама? Вот, колотим. Собираем мебель из Икеи. Правда, Икеи уже давным-давно нет. В зомби-апокалипсисе. Готово. Поспать можно? Не стоит спать в движущемся поезде. А я спал вообще-то на своей... что это у нас? Как это называется? Спальный мешок. Поролон. Спал на едущем поезде. Почему это мне не разрешается спать? Дай-ка я еще могу... Ой, я забрал случайно. Я еще могу поспать даже? Да, вон, спокойно. Еще один пляжик на той стороне. Ну, капец, сколько ехать-то можно? Вот, кстати, дорога есть куда-то, туда уходит. Может остановиться? Я кого-то сбил, какой-то звук странный был. Стой. Давай притормозим. Потому что неспроста здесь есть дорожка. О, я реально кого-то сбил. Ничего себе. Ну, по такому поводу лучше взять с собой пса. Раз такой раскладон. Еще пожрать надо, я голодный. И, конечно же, вернуть свои гранатки. Как это я без них пошел-то? Ты что, с ума сошел, что ли? Один из гранат нам хватит. Это все я выкидываю. Патроны норм, воду грязную выкидываем. Аптечки нужны, пластик не нужен. Бинты, ладно, бейсбол, ок. В принципе, вроде бы все. Роба! Робопос, просыпайся. Пошли на работу. У нас вызов. А, жрать забыл. Жрать забыл. Сейчас пожру. Хавчик, хавчик, хавчик. У меня что, хавки нет? Ладно, батончики поем. Сникерс, нини, тормозы. Тут у меня тоже батончик. Это что, пистолетные патроны? Ну, 904 штуки. У меня тут как на военной базе. Ассортимент боевой. С кучей патронов. Включаем. Ну все, let's go. Let's go. Все пушки заряжены. Идем вон туда. Ровно на пересечении зомбарь был, указывая нам на то, что тут явно что-то есть. Песик бежит. Лампу надо ему вырубить. А то батарейки быстрее садятся. Вот. А чё по канистре у тебя там? Топливо есть? Ладно. А! Что? 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 Нифига себе! Молодец какой, а! Не зря я тебя взял. Вот я олух. Вообще по сторонам смотрю и никуда больше. Кусты бегущие. О, смотри, вот эти кусты тоже, наверное, зомбари. Ну-ка. Я теперь каждый папоротник буду подозревать, что это зомби. Но вроде нет. Ты идешь за мной, а то мне страшно без тебя. У тебя вообще-то еще огонь есть. Пойду пожру успокоительного. В виде шоколадок. А! Ах ты засранец! Посмотрел на своего робопса и понял, что мне хана. Если бы не робопес. А еще у меня патроны на калаше заканчиваются, поэтому буду с пестиком бегать. Как-то я не подготовился, мальца. Ну что тут у нас? Вот он, самолет-то! Вот он, не пропустили мы его. 100%. Давай скорее, песель. Самое интересное, кто тропиночку проложил к этому самолету? Если бы ее не было, шиш бы кто понял, что он тут есть. Красота-то какая. Деревья поваленные, а там вода, кстати. Ну, для такого самолета очень малый тормозной путь. Если там вода, то он об землю бы упал, и он бы гораздо дальше улетел, тормозя своим пузом. Какой живучий. Их тут дофига. А чё, почему ОМОН тут? Чё он забыл? Я сомневаюсь, что ОМОН в самолете летел.
Гранаты, кстати, надо поднять. Точнее, перетащить. Опс, это плохо. Очень плохо. Кстати, в комментариях написали, что Машка может лечить своим едким дымом зомбарей. Это про то, что когда я подстрелил зомбаря в туннеле, в катакомбах, Машка кинул в него снаряд. Я думаю, нифига себе, что Машуня за меня? А нет, в комментариях написали, что она может лечить своих. Поэтому я рано обрадовался. Вермехо! Лови люля-кебаб! Пока все хорошо. Жачка есть? Батончики, энергетик, нифига себе. Ну, Машка, я в тебе не сомневался, что у тебя есть что поесть. Сейчас закинусь. Что у меня там? 36, да, поесть самое то. А водички не было, да, у тебя? Водички нет, у меня нет. Леха, у тебя же жарабас, почему у тебя ничего нету? Тут спят или тут... Не пугай меня так, ты че, блин? Я так обосрался. Я думал, что меня сзади зомбарь какой-то схватил огненный и начал жарить. Делать из меня шашлык-дос. О, водичка, водичка, водичка лежит. Подобрать не могу. Это прискорбно. Ну и так обошлось. А в сумках можно ковыряться? Да, в сумках можно ковыряться, точно. Попьем водички. Фух. Ну, на самом деле, тут, по-моему, ничего путнего-то и не было в прошлые разы. И сейчас тоже, наверное, ничего не будет. Поскоку, ну, кто же будет перевозить оружие в самолете? Логично. Атас! Мы сейчас нафиг тут сожжем самолет вместе с этими зомбарями. Сраные вот эти вот ткани. Ничего из-за них не видно. Так, это все одно единое целое. Да сколько ж вас тут пассажиры? Вас еще не эвакуировали, что ли? Тут у нас что? Ой-ой-ой-ой. Не вижу, куда, чего, кого? Блин, надо замотаться. А нет, у нас же есть робот, зачем мотаться? Спасибо. Получил дозу адреналина от робота. Тут тупик, что ли? Нет, можно пройти. Ух ты, какой обугленный. Страшно. Вот сумочка есть, может, что там? Нифига там нету. В кого стреляешь? Кого увидел? Там ОМОНовец, что ли? Зараза-то, а какие они. Патрон, думал, лежит, но это мой. Отстрелянный. Ворон там еще каркают. Засранки. Машка, ошибись! А, робот, дай пройти! Зараза! Подстава, подстав! Нафиг так делать, робот! Я ж тут не могу пройти, я ж прыгать не умею. А, не, вот так вот я могу ходить тут. Да ну что ты сюда подошел? Давай в сумке заглянем. Вода, о! Это то, что нужно. Это тоже забираем. Можно бахнуть. Тут у нас что-нибудь есть? Пусто. Пусто. Чемоданчики. Ни шиша интересно. Было бы интересно открыть аварийный люк, но нам не дали это сделать разработчики. Ух ты, ух ты, ух ты! А, ну слава богу, он за дверью. Дверь туалета ломает, как будто он в бункере. И там причем, походу, фитнес-чувачок. Выходи. А, нет, я обознался. Какая страшная у тебя рожа, обугленная. Че, на второй этаж? Let's go. Смотри-ка, я видел, что он шевелился. Я знал, что он живой. Кто-то еще идет? Вход только позвоночку. И вызов стюарда тоже позвоночку. Че вы сами претесь ко мне? Заразы. Зеленые. Шреки обугленные. Кровище-то сколько. Как будто зомби-апокалипсис. Что у нас тут? Зачем я в туалет вообще заглядываю? Я же знаю, что там ничего интересного. Кто-то идет, я слышу. О, бизнес-класс. До бизнес-класса дошло. Комфорт для моих пассажиров.
Обычно в бизнес-классе люди не такие обиженные, что ли, если можно сказать. Потому что в экономах тесно, там люди немного быкуют, бывает. А в бизнес-классе зомби должны быть добропорядочными, хорошими, успокоенными. Они же в комфорте летят, а они все равно тут... Ой, птица, прикинь, сюда залетела. В салоне птица! Ну все, она вылетела. Даже птицы хотят в бизнес-класс, понимаешь, насколько тут круто? Вот это вот уровень повышен, ништяк. Че там? И пусть весь мир подожжет мой зад. Подожжет мой зад. Ну я реально стою, короче, талантики раскачиваю, а моя жопень горит. Как это еще назвать? Опять ворона. Где? Кто? Так, я думаю, что как его мозги красиво разлетелись. Мне нужна аптечка, она будет доступна через 24 секунды. Что ж, я надеюсь на тебя, что ты меня все-таки тут не сожгешь. Посидел и хватит. Дай другим посидеть. Тут у нас пусто. Куча энергетиков, но у меня и так их дофига, поэтому. Миссис Машка. А это кто? А это ее, наверное, муженек. На что я вообще рассчитываю в самолете? Он же чисто для того, чтобы тут залу... Опа! Что-то я тут про самолет-то говорил. Нормально. За статуэткой сходил. Хорош. В принципе, все. И теперь мы заходим в кабину самолета, а тут капитан. Капитан 1, капитан 2. И, в принципе, все. Может, тут какие-нибудь деталюшки... собрать, оторвать что-нибудь, понажимать. Нет. Все в ошметках. Все в ошметках. Ничего тут интересного нет. Ну что, тогда выбираться надо отсюда. Пойдем. Если бы пес зашел вот сюда и встал бы тут, то я бы не выбрался ни за что отсюда. Так что хорошо, что он тут виснет. Куда нам надо-то? Нам на второй этаж надо. Вот. На. Где выход? Выходит, что сюда я перся ради статуэтки. Ну, что тоже неплохо. Хотя бы что-то. Уже ночь. Нифига себе, как долго я проковырялся. А там, смотри, какие-то огоньки как будто. Но это вода. Я вначале подумал, может, там город? Огни горят, все дела. Но нет. Нифига. Ну что ж. Пойдем в обраточку, мой песель. Где ты там? А, кстати, мне же аптечка твоя нужна. Подлечиться надо. Ой, спасибо. Давай фонарик включим, чтобы посветлее было. Какая картина красивая. Птички там в небесах летят, от луны подсвечиваются. Ну и вот это вот тело. Ну а мы продолжаем наше путешествие. Единственное, надо опять робота не забыть, а то... Кстати, если я робота здесь оставлю и поеду на поезде, он, понятно, что будет бежать за мной. И когда я перееду на другую карту, подгрузится другая карта, робот тут останется или он... перенесется со мной туда. Вот интересно. Можно было бы это попробовать. Наверное, я так и сделаю. Робот, извини, все ради эксперимента. В принципе, я и без тебя могу выжить, если что. Так что, let's go. Полный вперед, фонари врубаем. И погудели. Что мы едем? Чтобы никакого другого зомбаря не сбить. Робопёс, врубай нитро! Я ж тебе все модули установил. Ты крутой, ты быстрый, ты сможешь. Тем более у тебя нет мозгов. Ну, мясистых мозгов, в тебя зомбари не сидят. А я все дальше и дальше уезжаю от тебя. Надеюсь, ты меня простишь. Хнык-хнык. Все, загрузочка. И вот сейчас мы выясним, что будет с робопсом. Смот. Чего? Как это ты меня опередил? Ёлки-палки, ты должен был сзади быть. Какого перебугу ты там вообще? Вот это поворот. Он сейчас мне навстречу выбежит. И под поезд попадет. И это будет трэш-эпик-фейл. Или он меня на базе там ждет. Сейчас же болото будет, по-моему. О, у меня уже ухо оглохло от этого теплохода, блин. Пойду я отсюда. С крыши буду наблюдать. О, стоп, 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 сто
Тормози. Да, это болото. Это болото. Пес вроде двигается. Ладно, пойдем. Жрачка есть? Статуэтку забыл вытащить. Сколько времени-то? 21:26. Ну, правильно. Пойдем ночью, чего бы нет. Вот вам подружка новая, ребят. Какая она приколенькая, горбатая. Горбатая Машуля. Токсичная еще вдобавок ко всему. Ладно, посплю. На двухъярусной своей новой кроватке надо же опробовать. 12 часов, да, нормально, спим. Отстой! Проснулся, а тут дождь идет. Не люблю дождливую погоду. Ну что поделать? А, я еще жрать хочу. Сейчас пожрем. А еще я, знаешь, что хотел посмотреть? Дела зомбарей. Всех ли зомби я нашел? Неизвестно, неизвестно. Двоих я не нашел. Значит, два новых зомбаря где-то трутся и ждут, пока их кто-нибудь найдет. Ты живой или как? Нет, он все уже того. Надо будет сейчас патроны для АК найти. АК-калаша. Там у нас все поломано. Не пройти никак. Значит, спускаемся здесь. Вроде все жмурики. Фермеры местной долины занимались возведением хорошей обороны. Возможно, это помогло им выстоять против новой волны зомби. Поселение выживших находится очень далеко, и неизвестно, что ждет меня по дороге. Мне стоит хорошо подготовиться к этому опасному путешествию. Да, в принципе, у меня все ок, все есть с собой. Так что, почему бы и нет? Сейчас тут загляну, патронов нет. Хотя в коробках никогда не было патронов. Я знал, что так произойдет, но все равно что-то труханул немножко. В тачках могут быть патроны, поэтому надо смотреть. Ну, как бы под капотом навряд ли. Что я вообще делаю? Песик ко мне сейчас прибежит и будет помогать мне вычислять вот этих вот тварей зеленых, травяных, которые выскакивают вместе с кустами. Опа! Только сказал, ствол отобрали. Что за жаба? Только говорил про новых зомбарей, вот тебе, пожалуйста. Лягуха какая-то, амфибия, елки-палки. Это фермеры, но я не понимаю, почему они так мутировали. С чего бы им так мутировать? Их что, зомби-лягушка укусила, что ли? Капец. Еще и стволы отбирают. Какие-то зомби-гопники нафиг. Ладно. Кажется, серия будет веселенькая. Пойду дальше. Если на меня нападет армия таких зомбарей, то я останусь с голой задницей. Они последние у меня отберут. Даже трусы сдерут, наверное, с носками. Кстати, тут что-то можно было... Где твой язык? Промахнулась первый раз, наверное, да? Я когда спиной стоял, жук повернул. О! Точно, сера же есть, надо ее пособирать. Серу надо, надо. Они тут сера храняют на болоте, эти зомби-жабы. Чуть-чуть серы, чуть-чуть пороха и все. Динамит готов. Машка, я рад тебя видеть, а то эти зомби и лягухи меня немножечко как-то напрягают. Ох ты, елки, песель у нас вон там наверху, где я только что спускался, и там же все обрушилось, он падать будет или нет? Это вопрос. Ладно, не буду его ждать, дожидаться. Кстати, по-любому огонь против вот этих жаб будет полезен. Они же из воды вылазят, а огонь их подсушит. Ты дохлый? Живенький, смотри-ка. Это амфибия была. Как ее быстро... А, нет, это не амфибия. Словно в тир зашел. Бегу, стреляю по сторонам. Да, стрелять мне учиться и учиться еще надо. На ходу. Вон в того попаду. Попал, смотри-ка. Норм.
Пёсель уже спустился? Ай, ты красавчик-то мой, давай скорее сюда, я тебя покормлю бензиком. Чисто болотная атмосфера. Дождь идет, сырость везде кругом, жабы и все в этом духе. Жердяи в водоемах стоят, пузырят там. Газ опускает, загрязняет собой озера. А вот и начало деревни фермеров. Правда, оборону им, конечно, пробили. Хорошенько так. Опа, кто там? Ты кто? Иди сюда. Вот этого надо. Было бы прикольно, если бы в пожарника вот так вот стрелять ему в баллон, он подрывался. Все, вроде бы все, робот, ты тут совсем рядышком. Вот он, мой красавчик, прибежал, наконец-то, молодчик. Иди сюда, я тебя расцелую, обниму, подниму. Муа! Молодец, ой, как. Он мне все равно улыбается, несмотря на то, что я поступил так подло и бросил его. Он на позитиве, не то что я. Тухляк, бегаю тут за морей расстреливаю. Значит, туда пойдем, там домик, туда пойдем, там жопа. Ничего не вижу, потому что там... А, нет, там тоже домик есть. Ну, ладно, пошли туда сходим. На болоте кто-то стоит. А, пускай стоит. Гниет дальше там. Здесь на самом-то деле очень большая область. И было бы прикольно, если бы разработчик одну рабочую машину нам тут оставил. И мы тут по полям могли бы ездить. А кто это у нас там тачку стоит, охраняет, а? А ну, иди сюда. О, Машка выбежал, смотри, отхиливает его. Ну, Маш, кинь еще разок. Видимо, у нее кулдаун, перезарядка на бомбочке. Ну что ж, теперь я точно убедился, что Машуня умеет лечить своих. Все ясно. У нас тут есть патрончики, нет? Патронов нет. Окей, заходим внутрь. Надо только стол поменять. А то сейчас мы дверь откроем, и на меня, как обычно, кто-нибудь вылезет. Кинется. Сработала одна отлично просто. О, да тут их двое. Зашибись! Обезвредили, зачистили территорию. Что у нас тут? Куча просто столов, верстаков и все, что нужно для жизни. Давай пошарим в ящичках как раз патрончики. То, что я искал, то, что мне нужно. Здесь тоже. На самом-то деле мне это место дико нравится, и я бы здесь остался жить. Потому что что еще для жизни нужно, да? А то я все время на поезде, да на поезде. Все верстаки стоят. Кстати, я же душ хотел сделать и так про него забыл. Обязательно, когда на поезд вернусь, сделаю его. А тут у нас оружейный верстак. Дымный порох, динамит, связка, динамит. Точно! Я в прошлый раз, когда проходил эту игру, нам нужен был динамит, чтобы взорвать где-то там стенку. Поэтому не зря я собирал... Эй, можно я пройду? Блин. Подвинься! Поэтому нам обязательно нужно делать динамит сейчас. А, древесный уголь нужен. Ладно. Вот печка, кстати, сразу стоит. Уголь делается из древесины. Где коробки? Тут по-любому... Во! Вот тебе и древесина, пожалуйста. Закидываем ее сюда. 8 штучек нам, думаю, хватит. Печка работает. О, дым даже идет. Обалдеть. Вот это здорово. Реалистично. Дверь надо закрыть. Как атмосферно. Слушай. И тепло. Звук дождя приглушился, когда я дверь закрыл. И слышно, как горит печка. И сразу такое тепло, уют. А, я еще кровать забыл свою собрать-то. Елки-палки. Хотел тут спальник расстелить и поспать. Сколько времени вообще? 13, не. Спать бы я бы сейчас не лег. В общем, тут круто. Мне нравится в этом доме. Прям офигенная атмосфера. Тепленькая такая. Все, забрал, что смог. Правда, вот зомбари мне не нравится, что тут валяется. Печка закончила работать. 8 угольков, но я их подобрать не могу, потому что... Потому... Надо перекинуть сюда что-нибудь. Тут аптечки перекину. Канистры перекину. Пожалуй, все. Забираем уголек. Уголек. Теперь делаем порох. У меня всего 3 пороха получается.
На один динамит по одному пороху, а связка динамита делается из 7 динамитов. Получается маловато серы у меня. Надо будет сейчас за серой сходить на болото. Ладно, сейчас сходим. Все, 3 пороха у нас есть, пускай они тут валяются, а я пошел. Помокну под дождичком. Тут, кстати, было озеро, вот я проходил его. Может, там тоже сера есть? Сейчас схожу, посмотрю. Вполне может быть. Вот оно, это озеро. Мне кажется, что... Ай! Ах ты засранец! Сожги его, пёсель! О! Как мы ему веточки-то подожгли, хорошо. Будешь знать, как нападать на меня. А я сейчас подхилюсь. А то что-то со здоровьем у меня как-то... Робот, отойди. Я отхилиться хочу, но что-то аптечка... Ва! Все готово. Вот оно, озеро. Сера тут есть? Что-то, походу... Серы тут нету. Серу производят те... А, вот есть. Хотел сказать, что серу производят, походу, те лягушачьи зомбари. А тут этих лягушек-то и нету. Тут обычный, вон. Еще сер, пожалуйста, выдайте мне. Вот есть. Короче, на том... Ух ты! Зараза. Короче, на том озере всего 2 куска серы нашел, поэтому пришел сюда. Тут явно ее побольше будет. Ну и амфибии. Вот они. Прыгают тут на меня. Лягушатники. Ну вот и все. Серы достаточно. Возвращаюсь. Обязательно дверки закрывая. Робот их откроет, если ему надо будет. Запускаем печку. А, нет, у меня по дровам же все ок. 5 штук. Нужно порох сделать. О, а вот и робот прибежал. Дверь только надо за собой закрывать, дружище. Эти 3 штуки я забираю и делаем новые. Вот и 7 пороха у нас в кармане. Можно делать динамит, но нужно ткань. Ткань я видел здесь. Вот. 7 штук, пожалуйста. А, пластика не хватает. Нифига себе. Вот это поворот. Пластик мы сделаем сейчас из бутылок. Просто воды надуемся. И будет нам пластик. Блин, самое беспонтовое, это то, что когда я к верстаку подхожу, только тогда продолжает делаться порох. Без меня ничего не делается. 4 динамитика. Еще 3 осталось. Готово! Ну вот и все. Связка динамита у нас в кармашке. Очень ценная и очень опасная субстанция. Урон взрывом 1500. А у простого динамита сколько? Сделаю еще один динамит. На всякий пожарный. Вдруг там босс будет, и я этот динамит на него запущу. 200. В принципе, можно было 1500 разделить на 7 и получил бы количество урона от одной шашки. Ну все, я в принципе готов. Мой дружелюбный робот тоже. Что у него, кстати, по топливу? Еще норм. Остается только идти туда и взрывать забор. Но это уже будет в следующей серии. Поэтому, если тебе понравилось, ты хочешь увидеть продолжение, то не забудь поставить лайк, подписаться, если ты еще этого не сделал. И до встречи в новом ролике. Увидимся!